Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Так, ну что, сегодня пойдем играть за зомби, как я и обещал. Так, разжигание огня, и у нас здесь вспышка на солнце. Так, я, наверное, ребята, поменяю немножко колоду, потому что я ее менял, а вот для чего, не помню. Сейчас я гляну, что мы тут с вами... Хотя, ты знаешь, ничего я менять не буду. Вполне меня устраивает то, что у нас есть. Так, выбираем именно его и поехали выполнять миссию. Ну, если что, поставим немножко по-другому. Какие-нибудь карточки заменим. Во-первых, нужно посмотреть, что вообще здесь будет у нас. Так, ну, этого меняем. Этого тоже пока поменять надо. И вот этого. В принципе, пока неплохо. У нас есть охотник, у нас есть... Чувак с флагом, который позволяет нам призывать зомби на одну единицу меньше энергии. Так, а он размещает два шампиньона. Так, куда мой охотник пойдет? По идее, должен сюда. Ага, за первым рванул. Нет, все-таки сюда, правильно. Уничтожаем с тобой один шампиньон. Замечательно. Так, этого шампиньона мы с тобой должны тоже как можно быстрее уничтожить. Я вот так, наверное, сделаю. Хотя он может сейчас призывать свой гриб, который усиливает остальные грибы. Но он ничего не стал делать. Окей, получает тогда единицу... А, две единицы в лицо. Угу. А что будет, если я призову вот этого? Будет он как-то реагировать или нет? Так, он поставил себе хиллера. Да, жалко, конечно, что этого убьют у нас. Окей, посмотрим, что нам с вами... Так, улучшится вот этот зомби, да? 5-7. У меня нет энергии, чтобы поставить... Ой-ой-ой-ой, уничтожает сразу же. Это плохо. Так, минус 2, минус 2. Уничтожаем этого. Ну и все, пока ничего не смогу больше сделать. Так, 16 хп у него, 17 у нас. Мне дали еще одного охотника. Но я, наверное, сделаю его так вот. Куда я его поставил, я же хотел сюда влепить. Ну сейчас посмотрим, есть ли у него какие-нибудь карты по уничтожению. Блин, что ж ты делаешь-то, а? Ладно, он хочет хильнуться, да? Два раза причем. Слушай, я думаю... Так, как лучше сделать-то? Наверное, вот так вот все-таки. Что шансов у него не будет. Хотя он, может, придуряется. Делает сейчас такой вид, типа, у меня ничего нету. Сам он там целую кучу карт себе накопил. Так, ну что, мы с тобой делаем неуязвимость спортивным всем нашим героям. Так, и охотника. Давай глянем. Ой-ой-ой-ой-ой. Это же уничтожение тотальное. Блин. Он же убивает даже моих зомби, которые находятся в неуязвимости. Ведь так же? Слушай, а если я безумие? Я же его пробить не смогу все равно, да? Поэтому толку от этого безумия никакого вообще не будет. Ведь я так и знал, что он втихаря. Хотя нет, смотри-ка, защита сработала. Так, зомби получает минус 2, минус 2. Уничтожает мне охотника. И вот это от... А? Я был прав, все-таки он добил. Короче, что мы с тобой можем сделать? Добить его на следующий ход. Вот этой магией. 3-3, да, станет? Ага, я так и понял. Вот этому здесь не бывать. 3 в лицо получим. Блин, а где у меня все карты-то? Дали тоже мне зомби. С броней. Не, ну в принципе я могу его усилить. Но он этого не даст. Он вообще уничтожил мне. Слушай, какого-то фига у меня вообще остались одни бафы. Это что, специально? Ага, ну вот, хоть что-то дали. Хоть что-то дали. Но мне кажется, что он его уничтожит мне сейчас. Давай проверим. В плане, ничего не стал делать. Тогда тебе крышка, парень. Ну, ладно, первый бой мы с тобой отыграли. И то благодаря легендарной карте
роботу-зомбоса. Так, ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. 10 гемчиков получил. И переходим на второй уровень. Давай посмотрим, кто у нас будет здесь. Здесь у нас с тобой Бабах. Бабах тоже еще тот жулик. С минами, со всей ерундой. Так, вот это нам не нужно. Во. В принципе, неплохо. Рука неплохая, у нас есть призрак. У нас есть два зомби. Один причем имеет неуязвимость. Давай, поехали. Начнем с простенького. Будет минус свой тратить или нет? Нет, не стал. Но этого шитика мы сейчас с тобой... Нет, сейчас мы с тобой ничего не сделаем. Только на следующем ходу. А так 4 в лицо получаем. Угу. Ну, теперь пускай этот шитик держится, потому что мы с тобой сделаем вот так вот. Мы его уничтожим. Ну, что Бабах загрустил сразу же, а? Задумался. Опять? Ты что, меня будешь вот этими вот своими... Так, и ставит горячку. И ставит горячку. Мы с тобой уничтожим вот этого вот. Окей. Жалко призрака, жалко зомби, но ничего не поделаешь. Так, что дальше мы с тобой будем ставить? Наверное, думаю, вот этого вот зомби, который будет иметь неуязвимость. Нет, 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 только не команда фруктового микса этого. Вы знаете, да, что они делают? Они бомбить будут меня. Так, что там ему выпало? Наносит 3 единицы урона. Ах ты, голодранец. Ну что, давай тогда поставим сюда зомби с неуязвимостью. Ага, вот так он решил сделать. И орех еще поставил. Офигеть. Офигеть, перекрылся, значит, да? Это плохо. Это плохо. Так, у нас с тобой... все спортивные зомби. У нас нет с тобой... Этот не спортивный. Давай позовем Йети. Может быть, какую-нибудь карту мне даст хорошую. Так. Слушай, а это у нас орех или нет? Это, по-моему, не орех нифига, да? Поэтому... Вряд ли мы сможем его... Всем зомби! Так, давай-ка вот этого уничтожим с тобой. Значит, он считался все-таки как орех. Да, получается? Слушай-ка. Ну, предположим. Нам нужно отхилиться, понимаешь? Твою же налево, блин. Что у нас там? Безумие, да? Ставим безумие с тобой. Так. Еще удар, удар, еще. Так, нам нужно хильнуться. Мы отхилимся. Фулл хп. У него 2 единицы здоровья. Слушай, мы с тобой знаешь, что сделаем сейчас? Смотри, какой хитрый ход. Все зомби получают 2 плюс 2. Или же... Не, давай-ка вот так вот сделаем. Сейчас, подожди. Вот так. И вот так. Но. Да еще тогда и вот так. Поехали. Да-да-да, я это знал. Плюс 4. Как будто тебя это спасет. Нет. Тебя это взял наоборот, убрал, да? Ну что, с Бабахом мы справились. Это уже хорошо. Блин, я не знаю почему, ребят, но за зомби мне как-то вот веселее играть. Бывают порой сложные какие-то уровни, но все равно как-то интереснее. За растения у меня вот не хватает карт. Легендарные вроде есть, но не для всех колод. Не для всех моих героев. Так, мы с тобой переходим на следующий уровень. Здесь у нас опять же будет... Ох, ёпарасоты, ты что, издеваешься, что ли? Так, погоди, погоди, мне надо... Вот, это хорошо. А это что у нас делает? Так,
Переместите растение, вытяните карту. Ладно, ставим. Фига он начинает, ты прикинь? Да ладно. Офигеть, он себе сейчас наберет энергии. Ты представляешь, это несправедливо, ребят. Вспышка на солнце начинает игру с плюс 6 подсолнухами. Ваш зомби-герой начинает игру с 3 зомби-джентльменами. Спасибо большое. Сразите этот цветок на повал своими хорошими манерами. Ага. Своими, блин, хорошими манерами. Офигеть, он еще себе берет. Он сейчас знает, что будет делать? Легендарные карты выставлять, мне кажется. 2 джентльмена, они тоже, кстати, будут давать энергию в конце хода, если не... Вот. Типа мы на равных с ним. Только у него на постоянку, а мне только вот в конце. Так, вытяните, переместите растение. Я думаю, надо вот этого вот чудика сюда переместить, чтобы его уничтожить. Да? О, у меня выпадает охотник. Так, я могу еще здесь ушатать. А стоит ли тратить? Так, здесь уничтожим. Здесь и здесь, да? Хотя это еще не факт. Он может их и прапать, согласись. Он ведь может их прапать? Может. А у него, скорее всего, апы одни и остались. Он будет их усиливать там. На 3-4, на 3-2. В общем, давай проверим. Так, этого минус. Этого минус. И этого минус. И сейчас будем смотреть. Так, ага. Да ладно, быть такого не может. Такого просто быть не может. Уничтожает зомби. Угу. Потратил кабачок. Даже просто его не пожалел. То, что они мне дают энергию, это бесполезно, потому что я не могу ее применить. Джентльмены такие рукастые, смотри, щекочет подсолнух. О, так, у него 5 энергии. Давай вот так сделаем с тобой. Карту вытянем. Угу. Ага, виноградина. То есть, понятно. Так, я могу, знаешь, что сделать? Я могу убрать. Вот этого, наверное, уберем с тобой, да? Так, он становится 5-5, отлично. Поехали. Четыре энергии, да, всего лишь? Я могу сделать, знаешь, как? Поставить джентльмена. И поставить, на всякий случай, охотника. Что будет ставить? Оп, опа, опа, я понял. Я понял, уничтожает мне охотника. А мы уничтожим его. Иди отсюда. Ну что у тебя там? 2 шампиньона. И выставляет именно там, где не нужно. Представляешь? Оу, фараон. Это, конечно, хорошо. Фараончик, это классно. Да, я, наверное, поставлю сюда сумоиста и рестлера. Опачки. А вот тебе и... Здравствуйте, приплыли. Давай его туда, вот, на крайнюю. Чтобы вот этого не тронуло мне. А ведь я так и думал, что будет что-нибудь хитрое. Сейчас уничтожит этих двух. Сейчас, последний удар свой, добивочный. Ага. Нам надо с тобой, знаешь, что сделать? Помешать ему. Так, у него будет сколько там? 5 энергии, да? Ну, за 5 энергии он еще может разгуляться. Плюс виноградину взял. Угу. 2 энергии, меня это вообще никак не спасает. Блин, неужели фейл у меня здесь будет, а? Все на это похоже. Ну давай я поставлю. Слушай, медик мне пока не нужен здесь. Давай вот так вот сделаем. Че там? Минус один, минус один. Уничтожает мне сумоиста. И захиливается, а? И смотри. От жучара.
Ну, 4 в лицо мы ему нанесем, предположим, да. И что нам это даст? Да ничего. Опять свою защиту, а? Плохо, ребята, дело? Очень плохо. Давай поставим сюда медика. Смотрим. А у него еще один такой есть, ты прикинь. А у него такой еще один есть. Вообще зашибись. Да. Мы потеряли с тобой медика. Хо-хо. Блин, я не знаю, как быть. Он такие точки все взял, что мне даже некуда поставить этого. Хотя вот сюда могу влепить. Если мы его уничтожим. Оу, все, понятно. Легендарные карты пошли. Пошли одни легендарные карты. Это финиш, друзья мои. Так, что мне там? Ага. Ну давай сюда поставим. Да. Одни легендарки, короче, ты прикинь. Вот такой вот он, ребята, жучара. Прикрыть тылы. А как прикроешь тут тылы? Никак. Уничтожает зомби. Да. Ну, ты понимаешь, да, тут уже бесполезно драться. Если я даже вот этого шлепну. Что мне еще тут можно уничтожить? Этого? Ну, в любом случае, тут проиграю я. У меня никак не получится пробить, ребят. Безумие. Ну что, безумие уже все. Это уже поздно что-либо делать. 6 в лицо сейчас получим с тобой, и все. Даже если я так сделаю, это мне не поможет. Нанести 4... Да, понятно. Придется переиграть. Придется переиграть, только вот как... Какую колоду подогнать под это дело все? Одних легендарок, что ли, набрать? Если мы получаем столько энергии. Можно, кстати, взять... Можно взять, кстати, очень много энергии. Потому что он в конце... Так, смотри. Если мы с тобой... Так, вот этого, наверное... Хотя оставим пока. Медик... Так, уберем, наверное, вот это с тобой, да? И можем поставить вот это вот. Плюс ко всему мы можем с тобой убрать... Короля может убрать, а? Слушай, ну карты-то, в принципе, хорошие в руках. Все, все, как говорится, как надо. Но не хватает. Может быть... Так, убрать одного охотника и поставить вместо него. И поставить вместо него призрака еще одного, а? Или же вот эти челюсти? Ну, давай попробуем так вот. Поехали. Самое главное уничтожить вначале этих подсолнухов. Хотя, по большому счету, от них ничего здесь... Толку нету, страшного ничего не происходит, да, ребят? Вот это заменим. Все. Поехали. Набирает энергии. Ну, мы сами понимаем, что это уже не важно. Да-да-да, я знаю условия, так что не надо мне тут. Так, погоди-ка. А разве в тот раз он этого ставил? Блин, что, мне одного джентльмена сразу сносит? Нет, он не снесет, потому что мы сможем сделать... Мы с тобой сделаем вот так. Это раз.
Потом сделаем с тобой вот так. И вот так. Поехали. Этих двух убираем, у него там две энергии. Давай вызовем этого. Нашамань нам карту. Слушай, ну неплохая карта, в принципе, да? Мишень, безумие, броня, проскок. Все зомби получают минус один, минус один. Это не страшно. Это все, что он мог сделать. Так, поехали. Защита срабатывает. Так, наносит 2 единицы урона, да? И плюс получает 1 энергию до конца боя. То есть мы всего лишь 2 в лицо ему сейчас прописываем. И все на этом. Ага. Так, поставим с тобой, наверное, сюда рестлера. У него 4 энергии. Но ему ничего не стоит вот этих вот всех разобрать. О, вот тебе и результат. Бомс и всех уничтожил. Погнали. Так, 4 энергии. Давай-ка вот так вот сделаем. Сейчас будет уничтожать, наверное, да, мне этого? Нет. Минус один, минус один. Еще, что ли, такая же карта? Он достал. Поехали. А, у него всего 2 карты осталось. Ха! Всего 2 карты. А ну-ка, давай, медик, поработай-ка. Маленечко. Поехали. Твою же налево, я совсем забыл про этих упырей, а. Я совсем забыл. Так, еще и 2 шампиньона тут размещает. Ну что, я предлагаю вот с этим вот справиться. Только одним вариантом. Ага. Этот вариант пока не канает у нас. Давай так сделаем. Ох, сейчас мы... Сейчас сюда еще поставить, да, одного такого же? Будет ставить или нет? Уничтожает зомби, просто взял и раздавил. Так, мы еще с тобой сейчас 6, 8 в лицо получим, представляешь? Два-два, ладно, давай. Короче, хочешь не хочешь, нам придется с тобой сюда вот выставлять медика. Я надеюсь, ты не уничтожишь мне моего растения, моего зомби сейчас. У него же есть наверняка, да? Наносит и поблизости. Ты посмотри, что он делает, а. Все, ребята, мы сфейлились. Вот так вот. Сфейлились. То он делает одно, то другое. Я иногда не понимаю, как у него. У него иногда карты такие. Если бы, как тебе сказать, было бы стандартно, да? Я знаю, что он, например, на этом ходу сделает такую-то карту применить, на другом следующую. Можно было отсюда плясать. Но здесь-то, блин, все по-другому совсем. Так, это у нас что там получается за карта? Арсен получает все остальные копии. Вот, вот, вот это мы с тобой применим. А вот это вот мы с тобой заменим. Вот так, отлично. Набирает, набирает, блин, энергию, да? Молодец. Набрал. Да я знаю, что вспышка на солнце занимается пакостью. Это я уже знаю, это я уже... Ох ты, а почему? А, ну правильно, он накопил себе энергии дофига, вот почему. Слушай, у меня такое ощущение, что он иногда просто читает мои мысли. Как мы можем от него избавиться? Мы можем в конце применять только с собой заклинание. Нам придется так вот сделать. Давай, и всех своих подсолнухов отсюда убери. Поехали. Так, 4 хп, да, у него остается всего лишь.
Как мы его с тобой будем бомбить? Угу. Можем через призрака сделать ему 5-3. Поехали. Так, восстанавливает себе здоровье. Вытягивает карту. Испугался, это понятное дело. Так, а мы с тобой не можем ничего применить, заклинаний у нас нету. Продолжаем щекотать его пяточки. Так, что там? Шампиньоны, да? Ну, один под удар попадает. Это автоматом. Так, смотри. Мы можем с тобой сделать следующим образом. Вот так вот призовем, наверное, да? Виноградина появилась. Так, вот этому, пожалуйста, поменьше. Да, чтобы мы еще с тобой могли здесь немножко пожить. Конечно, сейчас разберут, но я с тобой сделаю так, отхил. Так, что у нас получается? Шампиньон выживает, да, и этот хламон. Хотя, подожди-ка, еще не факт. Шампиньон не выживает. Вот этот выживет только. А тут обмен. Тут обмен. Добил, да, за серия? Ну, конечно, добил. Так, 3-3 у него остается. Я, наверное, сделаю вот так. У него-то карт будет побольше, чем у меня. Уничтожает зомби. Мы опять с тобой получаем 3 в лицо. Давай я попробую, наверное, вызвать сюда менеджера. Ага, в принципе, неплохо. А если я сделаю вот так? 4-5. Посмотрим, что он сделает. Заклинания на него не работают. Но он восстановил здоровье этому чомперу, да? Этому не бывать. Давай раздаем. Этот выживет еще, получается, да? И сделает смертельно добивающую атаку. Плохо. Сейчас добьет. Блин, он держится за него. Ты не забывай, что еще у него может быть один такой же в колоде. Помнишь, он тогда двух выставлял? Так что я, в принципе, не удивлюсь этому. Так, сюда поставим с собой телепорт, если что, чтобы он его вытягивал именно на эту линию. Неужели мы от него избавились? Это только от первого. Так, челюсти выпали. Давай сделаем вот так вот. У него куча заклинаний там еще. Ха, видишь, что творит. Видишь, что творит, а? Ну, вытяни карту зомби. Ну вот. Вот, улучшаем. Выставляем. Да, с одними челюстями я далеко не уеду здесь, по ходу дела. Что, задумался? У него два щита, у меня два щита, да? Виноградину достал. Давай ее сюда. Давай-давай сюда ее. Так, еще два урона, кому? Ага. Так, минус один, минус один. Давай вот так вот сделаем. Поехали. Эту пока карту я разыгрывать не буду, пригодится. Да ладно тебе. Блин, фигово. Две карты и все с заклинаниями. Он все хочет себе захилять, а? Он уничтожает мне. Но у него тоже немного карт осталось. Всего три. Всего три. Я сделаю, наверное, вот так вот. А эту карту я приберегу. Уже на крайний случай, ребят. Вдруг он там... А он выставит кого-нибудь. Поверь мне, он выставит. Вот если я даже сейчас вызову короля, я больше уверен, что он что-нибудь тут замутит. Уничтожит мне карту. Понял?
все у него есть. Так, минусы. И этого еще уничтожает. Представляешь? Я абсолютно остаюсь беспомощным в данной ситуации. Где мои все... Во, ну хоть что-то дали. Но, ребят, это на самом деле ерунда. Мне нужны мощные карты, на самом деле. Так, да ты посмотри, у него все есть, блин. Он задолбал своими заклинаниями этими. Опять этого вызвал, блин, хиллера. Я, наверное, его уничтожу. Я не хочу просто, чтобы он набирал себе хп. Опускаем ход. Одну единицу в лицо получаем. Дайте мне легендарный... Где мои карты все? Вот, ну хоть что-то. Хоть что-то мне здесь выпало нормальное. Давай. Я надеюсь, у тебя нету там... Уничтожи... Чтобы ты мог уничтожить, да? Там, раздавить. Так. Жалко, что защита сработала. Зомби получает минус 2, минус 2. Плохо. Что это у нас? Безумие. Ставим сюда. Так. Кстати, эту карту я пока трогать не буду. Эволюция пригодится. Ты понял, что он делает? Ты понял, что он делает? Сейчас добьет. Вот именно про это я тебе говорил. Так, смотри, что мы делаем с тобой. Вызываем карту, сейчас будем делать эволюцию. Да-да, именно вот так уничтожаем это растение. Фух. Авось повезет. А может и нет. Но ты понял, что он творит, а? Ну и как мне быть? У него три чомпера, оказывается. Зачем, блин, мне эта курица? Все, тут фейл. Сейчас выставит своего чомпера. О, понеслась. Блин, такой хороший бой. Так его испоганить, а? Три штуки. Три чомпера у него было. А может быть еще и четыре, я не знаю, ребята, не смотрел. Короче, смотри, сейчас я кое-что хочу поменять. Изменить. Так, секунду, секунду, секунду. Секунду. Вот это вот мне не нужно здесь. Ну что ты вот начинаешь делать. Так. Ландшафт, если у нас с тобой... На ландшафте 6-6, да? Нам нужно побольше вот таких легендарных карт. Ну, не легендарных, а мощных. Поэтому давай возьмем с тобой Йети еще одного. Возьмем с тобой вот эти вот. Вот так вот. Будем уничтожать. Так, секунду. Сейчас. Сейчас мы с тобой все сделаем четенько. Так, давай вот этого возьмем. Так, спортсмена, зомби. Наверное, пока не стоит. Вот этого возьмем. Так, и убираем, что нам не нужно. Я думаю, что убираем вот это. Вот этого уберем. Так, курица прибавляет всем. В плюс. Так, вот это, наверное, тоже уберем с тобой. Вот этого зомби тоже уничтожим. Может быть, хила нам еще добавить. Так, вот это вот. Сколько он там дает? 2-2? 2-2. Я думаю, нам это тоже не нужно. Так, и последнюю карту, которую мы с тобой уберем, это, наверное, будет... Кого убрать-то нам? Давай этого уберем. Все, ребят. Пытаемся еще разок. Это у нас какая битва-то? Третья, да? На третьей битве я уже получаю какие-то определенные проблемы для себя. Этого не должно быть. Блин, почему мне не дают нормальную карту, а? Ладно. Смотри, что мне надавали. Не чтобы дали руку, да, эту, которая убивает дубли. Мне даже не... Ну, можно было бы поставить дорожку, а толку-то от нее. Ладно, пускай плодит.
Ага, начинается с этого. Наносит 2 единицы урона. Прям, прикинь, прям в лицо сразу же. В наглую. Так, мы с тобой можем что? Уничтожить, да, вот это вот растение. На изи причем, да? Так, давай уничтожим, наверное. И поставим с тобой вот так. Поехали. Окей. Ладно, предположим вот так вот. Раз, два, три, четыре. Четыре энергии он себе берет. Сейчас тут начнет разбираться со мной. Давить, мять их всех. Нет, не стал. Почему ты не стал этим заниматься? Мне непонятно. Довольный, ждет. Сейчас пропустит ход? Нет, виноградину достал. Он достал виноградину. Так, а что вы мне даете энергию? У меня все равно нечем воспользоваться. Поэтому поехали. Начинается все вроде бы бодренько, да? Смотри, у него всего 3 карты. Мы ему все разбомбили здесь. И вот у него начинается какой-то дикий просто добор сейчас. 4 карты. Ну, предположим, я возьму вот так сделаю. И вот так. Он опять виноградину, да, свою позовет? Нет, он уничтожает зомби. Причем тратит на это вот такую карту. Давай, иди сюда, подсолнух. Вот этот вот. А, нет. Нет. Блин, надо было вот этот. Все, отлично, хорошо, отлично, ребятули. Сейчас мы их подобьем. Хиляться мне пока не стоит. Так, минус подсолнух. Минус еще один подсолнух. Он остался без энергии. Ну, видимо, это ему нужно было. Так, пропускаем ход. И сейчас начнется веселуха. Начинает искать. Стопудово начинает искать эту карту Чомпера. Мне почему-то так кажется. Так, мы, наверное, с тобой... Нет, я ничего здесь не смогу сделать. Чего все зомби получают... Ага, минус 2-2. Не все, а один зомби, да? Ну, сумоист-то все равно еще жив. Сумоист-то, как мы видим, еще жив. А если я сделаю вот так вот? 2-2... А, нет, это же при эволюции. Я эволюцию не стал делать. Так, зомби получает минус 1, минус 1. Уничтожает, да, короче? Опять вытягивает карту. Ищет. Да 100% ищет, друзья мои. Набирает колоду этих чомперов. Блин. 4-6. Если я сюда поставлю, 100% он поставит сюда чомпера. Поэтому я не буду сейчас ничего делать. Ха, видишь, если бы я сейчас поставил, это бы... Спортишь бы мой бы, продул бы. Поэтому делаем вот так вот. Погнали. Так, 2. И ах ты, ё-моё. Со своими шампиньонами достал. Что, специально, что ли, вот так вот поставил, да? Один сюда, пожалуйста, лети. Вот так вот. Эх, бедный сумоист. Хм, эволюцию. Эволюцию, я думаю, пока нам не надо ставить. Пропустим ход. Уничтожает зомби на земле. Потратил свою газонокосилку. Эх, 2 энергии. Неужели на этого шитика тратить? Не хочу, ребят. Этот шампиньон мне пока не мешает. Угу. Что делать-то? Я знаю, что если сюда поставлю, он 100% поставит чемпера. Вот как пить дать? Я тебе больше уверен, что говорю. Пускай он его выставляет. Смотри, он тратит на обычного зомби, которого мог бы легко убить, всю энергию. Зачем? Понятия не имею. Я буду так же, как он, сейчас копить энергию. Для того, чтобы дать отпор чемперу. Чемпер в любом случае будет сюда вот лететь.
Вот смотри, спортивный зомби. Ему можно будет смело поставить вот сюда. Сейчас будем смотреть, что он, виноградину будет вызывать или что. Опа! Ребята, он опять начинает... Блин! Офигеть! Трындец! Что делать, ума не приложу. Да, не так-так-так меня расписал, да, упреныш? Почему мне не дают этого? Так, 4-4-8. Ну, если я, например, сделаю вот так и вот так. Так, он сейчас куда-нибудь чемпера влепит. Да ведь? А, мы тут проиграли. Все понятно, ребята. Сейчас 5 урона, и тут еще 3. Так что есть только отхил. Да и то сильно мне это не поможет. Минус 1 на земле. То есть вот это получает, да, 4-4. Куда же ты поставишь чемпера, а? Скажи-ка мне. Где мой робот-зомби? М? Сейчас бы как звезданул бы сюда, ребят, да? От души. Душевно в душу. Так. Вот этого, может быть. И переместить, переместить. Кого мы можем с тобой переместить? Ну, вот этого, да? Вот сюда, на эту ячейку. Ну, хотя бы так. Два в лицо, бамс. Хм. Здоровье не может спуститься, да? Ниже там скольки-то? Ниже одного. Ниже одного. Так, давай попробуем вот так вот уничтожить. Я не удивлюсь, если, друзья мои, у него еще будет один вот этот вот. И такое может же быть? Сейчас, мне кажется, чемперы пойдут в бой. У него 13. Ага. Сюда ведь чемпера влепит. Вот как пить дать влепит. Виноградина. Хм. Ну, поехали. Так, он получает 8 в лицо. Получается, да? 8 в лицо. У него остается 5 хп. Рыцарь. Ну давай поставим рыцаря. Ой, сейчас он тут заставит все. Хилку влепил. Так все, ему тогда конец, друзья мои. Смотри. Черт подери, я не понимаю, как это работает. То у него чемперы, то на этот раз чемперов не было. Была другая легендарная карта. Фу, какая там? С третьей попытки мы его только, да, забомбили. Я даже представляю, что дальше будет. Так, а у нас с тобой предпоследняя миссия. Кого на этот раз нам дадут? Ночной колпак. Ночной колпак, ночная шляпа. Прибыла. Еще тот жучара, да? Так, а здесь, наверное, наша колодушка работать-то не будет. Скорее всего. Мы же с вами подгоняли ее специально под этого. Ну ладно, давай посмотрим. Угу. Псих достался нам. Он опять что-то не делает. Что они хитрят все, а? Почему? Давай вызовем психа. Хм. Первый бой, как всегда, у нас проверочный. Потому что, ну, неизвестно, что он делает. Пока копит энергию, я смотрю. Давай вызывать тогда спортсменов. Неплохая карта. Это у нас... По-моему, он на воде может стоять, да? Это же у нас... На этой, на доске. Так, что он там вытянул себе?
Фига он там карт набрал, ребят, смотрите. Что-то здесь не то. Может его как-то расшевелить? Давай попробуем вот так вот сделать. Сейчас задергается, смотри, ему эта карта не понравится. Должна не понравиться. Видишь, задумался. Только не говори, что вот это вот рикошетом собьешь. Ну, друзья, это уже сговор. Так, размещает два шампиньона. Так, что-то здесь не то. Но этого мы отдубасим. Вообще всех здесь отдубасим. А этот сейчас еще и психом будет. Все, зря вот так. Гаргантюа. Дай-ка я все-таки попробую еще раз сделать. Видишь, он задергался, сразу вскипишнул, когда я выставил. Наносит 3 урона. Еще 3 урона. Так, у него что, одни заклинания, что ли? А ну-ка. Сейчас мои карты улучшатся. Ой, красота, за счет вот этой вот карты. Сейчас, смотри. Опа, шикарно. Я могу сделать. Так, он 5, да? 5 стоит. Ладно, давай с собой сделаем эволюцию, так уж и быть. Этот будет 3-5, точнее 4-5. 4-6 даже, этот 7-7. Сейчас задергается. Опа. А что он там делает? Наносит урон зомби и снижает здоровье на 50%? Эй! Слушай, что-то мне не нравится это все. Он, видимо, какую-то тактику хочет выработать, чтобы сразу меня бомбануть. Что он там может придумать, а? Хила нету, да? У меня нет хила. Так, ну, предположим, я поставлю вот так. Блин. Ну, давай, наверное, вот так сделаем. И вот так. И что? Неужели на всех найдется у него, а? Да, ну, быть не может такого. Наносит... Все мы поблизости, да? То есть минус 2. А я вот сюда поставлю безумие. Так. Опа. Ну, и все, тебе хана, парень. Ночной колпак меня недооценил в этом бою, как ты видишь, да? И за это поплатился. Ну что же, мы с тобой возвращаемся к вспышке на солнце. И это у нас босс, я надеюсь, без определенных условий. Хотя, какие там... Без определенных условий. Естественно, ему сделают поблажки. А вот какие, сейчас будем узнавать с тобой. Ага. Слушай, карта неплохая, но... Блин, если я ее сейчас уберу, фиг знает, выпадет она мне когда-нибудь вообще за бой или не выпадет. Придется менять. Поехали, давай свои условия, показывай. Внимание, на старт побей босса. Не стоит бояться вспышки на солнце. Да, она начинает игру с плюс 4 единицами солнца. Зато вы начинаете игру с плюс 4 мозгами. Все гениально просто. Твою ж налево, я бы тогда бы не убирал бы робота. Ну ты понял, да, к чему здесь все это сделано? То есть он начнет 100% с легендарных карт. И как можно раньше. Газонокосилку вот так вот просто тратит вот на этого. Офигеть, я не понимаю. А, и двух шампиньонов размещает. Ай-ка, хорошо-то шампиньончик попал. Спасибочки, но я могу сделать вот так вот. И сразу этих шампиньонов всех убрать. Угу. Давай-давай, второго своего дружка прихватывай. Поехали. Мы открываем счет. Так, мне кажется, у него там чомперы опять будут. Вот что-то мне подсказывает, что именно так. Поехали. Безумие. Безумие, нет, пока мы не будем ставить. Окей. Ну, он-то, видишь, он не паникует, он что-то выжидает. Что-то выжидает. Спортсмен, спортивный зомби получает. Ему стоит сюда чемпера поставить, да? Ладно. А он у него есть. Ну, виноградин вызвал.
Блин, начинается опять у него таптаку. Применяет. Карту добирает. Что же? Мы можем вот так вот бомбануть, в принципе, да? Нет, лучше вытянуть карту или не вытянуть. Ладно, блин. Ладно, вытягиваем карту с тобой. Так уж и быть. Давай, сюда. Может, какая-нибудь карта путевого выпадет. Ну, в принципе, неплохая йети. Очень даже хорошо. Так, зомби получает мизуан. Вот ты как решил сделать. Не дал, да, свою виноградину мне подбить? Ладно, это не страшно. Йети, ну-ка давай. Что-нибудь путевое, толковое, пожалуйста, а? Достань. Ух, слушай, вот это хорошо. Вот это хорошо. Это пригодится. Так, уничтожение, принесение урона любому растению плюс один. Так, окей. Смотри, что творит, а? Смотри, что творит. Тварина. Иди отсюда. Так, безумие, может быть, пропишем с тобой сюда. Так. Опачки. Давай сюда. Ай, надо было на воду выставить. Зачем? Блин, надо было поставить на воду. Зачем я его сюда влепил? Ой, глупостью сделал. Сейчас занялся я. Смотри-ка, что-то он тут ничего не стал влеплять. Так, поехали, да? Получается, он 10 урона сейчас получит в лицо. И у него остается 8 хп. Оу, спасибо вам за такой щедрый, прищедрый подарок. Не буду я его сейчас пока ставить. Не буду, потому что я больше уверен, сейчас он тут навыставляет. У него будет защита сработана, да? Через 2 удара. Ну вот о чем я тебе и говорил. Вот об этом. Смотри, что происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, парень, вот это ты, наверное, тут спешишь вперед, батьки. Погнали. Так, давай эту. И сдулся, да? О, он еще и прокачивается у нас, ну это великолепно. Бамс. 8-6. Так, мы с тобой можем лечиться пока не будем. Девять-четыре. Вот это карта, друзья мои. Вот это, я понимаю, карта. Ну давай вот так вот сделаем. Погнали. Ну что, сегодня без чемпера, что ли? Я не могу понять. Или будет все-таки вот сегодня. Ему стоит вот сюда его... Ага, вот он. А я, друзья, знал, что он будет. В него что? Нет. Смотри, что делать, хитрое, а. Мы с тобой хильнемся. Поехали. Так, 4 в лицо, да? У него защита сработала. Жалко, что тут добьют, конечно, у нас вот этих двух ребят. Но мы с тобой сделаем сейчас хитрый ход. Мы с тобой сделаем хитрый ход. Давай, бомби. Окей. Ну и смотрим, что он там будет сейчас вытворять. Ну, наноси. Хорошо. Все, что ли, сдулся ты на этом? Он сдулся на этом, друзья мои. Так, защита сработает. Наносит 2 единицы урона. Ладно, фиг с ним. Борется из последних сил, да? Окей. Так. Давай сделаем вот таким вот образом. Опачки, что мне выпало, друзья мои. То есть даже если он чемпера вызовет, мы его и выкинем отсюда с поля боя.
Здесь и поблизости, да, делай ты что хочешь. Ну все, ребята, я тебе скажу одно. Нам повезло, что выпал у нас зомба этот бот, да? И у нас все отлично получилось. Мы с вами прошли полностью эти испытания, и мы с вами отправляемся в Додзе. И, как говорится, у нас миссия опасности в Додзе, где начинает у нас ночной колпак. А как вы знаете, с колпаком лучше не шутить. А что у нас будет происходить, мы с вами узнаем уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.